Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. Итак, сегодняшняя пресс-конференция посвящена самой долгой третьей четверти учебного года. Позвольте представить наших спикеров. Вице-министры образования и науки Республики Казахстан Шолпан Каринова и Мирас Дауленов. Директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан Атлет Тойбаев, а также председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан Гульзат Кобенова. Құрметті спикерлер, алаңызға қош келдіңіздер. Шолпан Танатқызы, сөз сізге, өзіңізде, мархабат. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Қазақстандық мектептерде 3-90 кеше 11-ші қаңтар күні жоспарлы түрде басталды. 3-90 20 наурызға дейін жалғастырылатын болады. Бұл 90-да дәстүрлі форматта оқыту 2-90-дағыдай 1-5 кезекші сыныптарда жалпы білім беретін мектептерде және халықаралық мектептерде 1-7 сыныптарда дәстүрлі форматта оқыту қарастырылған. Сонымен қатар 2-90-дағыдай 300-ге дейінгі оқушысы бар мектептерде оқыту дәстүрлі форматта әрі қарай жалғастырылып келе жатыр. Осы 90-ның ерекшелігі 9-11 сыныптар жалпы білім беретін мектептерде және халықаралық мектептерде Назарбаев зияткерлік мектептерінде 10-12 мектеп бітіруші сыныптарда оқыту штаттық форматта жүргізілу басталды. Сонымен қатар осы сыныптарда оқыту бойынша пәндердің 70% штаттық режимде және 30% қашықтан оқыту форматында жалғастырылатын болады. Әр мектептің өзінде қай пәндерді штаттық форматта және қай пәндерді қашықтық форматта оқыту бойынша шешімдер жеке дара қабылданылуы қарастырылған. Сонымен қатар осы барлық жағдайларда да санитарлық эпидемиологиялық жағдайлар ескеріліп 15 оқушыға дейінгі сыныптар бөлініп оқыту жалғастырылатын болады. Сонымен қатар осы рұқсат етілген категорияларда мына мектеп-интернаттарда, жалпы күдегі мектеп-интернаттарында, мектеп жанындағы және дарынды балаларға арналған интернаттарда тұрып оқу тағы да ұйымдастыруы қарастырылған. Сонымен бірге қажет болған жағдайда 5-ке дейінгі оқушыларды бір топқа жинастырып, жеке консультациялар, кеңестер жүргізуде қарастырылған, осыған рұқсат берілген. Бұл жағдайда айта кететін бір тұс, мұғалімдердің өздері осыған дейінгі аралықта да бұрынғы дәстүрлі оқыту форматында да оқушылармен жеке жұмыстарды жүргізетін болатын. Осы сияқты мұғалімнің шешімі бойынша және оқушылардың өздерінің ата-аналардың қалауы бойынша білімдеріндегі олқылықтарды жоюға байланысты кеңестер жүргізілуі тиіс. Әр жағдайда осы штаттық форматтардағы шешімді қабылдау жергілікті мемлекеттік санитарлық дәрігерлік шешімдермен бірге қарастырылатын болады. Бүгінгі күнгі деректерге байланысты оқу процесін ұйымдастыру келесідей форматта жүргізіліп отыр. Жалпы қазақстандық мектептерде 3-4 миллион оқушы оқитын бұған дейін айтқан болатынбыз. Қазіргі күні оқушылардың 1-5 сыныптардың 24% кезекші сыныптарда оқуларын жалғастырып жатыр. Және 300-ге дейінгі мектептерде 10.3% оқушылар оқуларын штаттық форматта жалғастыруда. Сонымен қатар жаңадан 9-11 және 10-12 сыныптардың оқушылары 7.4% 260 мыңнан астам оқушы оқуларын дәстүрлі штатты форматта оқытуды бастады. Бүгінгі күні 58.3% оқушылар қашықтық форматта оқуларын жалғастыруда, бұл 2 миллион оқушы, және 41.7% оқушылар бүгінгі күні штаттық форматта оқытуға ауыстырылды. Бүгінгі күні министрліктің тиісті әдістемелік ұстанымдары жасалып, барлық білім мекемелеріне жеткізілді. Осы әдістемелік ұстанымдар байланысты оқу процесі ұйымдастырылып, бүгінгі күні жүргізіліп жатыр. Кәсіби техникалық білім беру мекемелеріне тоқтайтын болсақ, елімізде 796 колледждер жұмыс атқарып келе жатыр. Осыған дейін екінші семестрде жалғыз оқығандай студенттердің басым көпшілігі қашықтық форматында оқытылатын болады. Жалпы оқу колледждерде келесі аптада 18 қаңтардан басталатын болады. Бұл жерде бірінші курс студенттеріне штаттық форматта оқытуға рұқсат етілді. Бұл жерде де пәндердің 70% штаттық форматта және 30%
қашықтан оқыту форматында сақталатын болады. Қай пәндерді қашықтық форматта қалдыру бойынша тиісті колледждердің оқу жоспарларына сәйкес шешімдерді мекемелер өздері қабылдайтын болады. Сонымен қатар, бірінші семестрдегідей, колледждердің шағын колледждер және шағын ауылды мекендерде орналасқан 97 колледжде және жабық түрдегі 15 колледжде оқыту штаттық режимде әрі қарай жалғастырылатын болады. Бүгінгі күні бірінші курс студенттерінің саны 149 мыңнан асады. Бұл жалпы студенттердің 31% қазіргі күні оқуларын жалғастыруға штаттық режимде жалғастыруға дайындалуда. Осыған байланысты жергілікті атқарушы органдар колледждердің өздерінің санитарлық эпидемиологиялық жағдайға дайындау бойынша және жатақханалардан орындарды дайындау жұмыстарын жүргізуде. Мектептерде де, колледждерде де штаттық форматта оқыту кезінде әр білім мекемесі тиісті икемді сабақ кестесін жоспарлайтын болады, оның ішінде міндетті түрде санитарлық эпидемиологиялық жағдайлар ескерілетін болады, және осы колледждерде тиісті әдістемелік ұстанымдармен оқуды жалғастыруға тиісті ұстанымдарды алды. Барлық жағдайларда тағы да қайталап өтемін, санитарлық дәрігерлердің шешімдерімен жергілікті атқарушы органдар дайындық жұмыстарын жалғастыратын болады. Уважаемые родители, уважаемые представители средств массовой информации, в казахстанских школах вчера, 11 января, в плановом порядке началась третья учебная. В общеобразовательных школах это 9-11 классы, в международных школах, Назарбаев интеллектуальных школах это 10-12 классы в штатном режиме. При этом предусмотрено, что 70% предметов будут вестись в штатном формате и 30% предметов будут продолжаться в 30% соотношении. Какие предметы будут вестись дистанционно, а какие предметы будут вестись в штатном режиме, определяет каждая школа самостоятельно, исходя из потребностей и необходимости каждого учебного заведения. Кроме того, в разрешенных категориях учащихся разрешено обучение и проживание в интернатах. Это специальные школы-интернаты, это школы-интернаты общего типа, это пришкольные интернаты и школы-интернаты для одаренных детей. Кроме того, разрешены индивидуальные консультации для детей в целях восполнения потери знаний для обучающихся в группах до 5 детей. Необходимо отметить, что с этими категориями детей педагоги всегда и в обычных прежних форматах работали. Продолжительность этих консультаций также зависит от того, какая необходимость есть у детей и как видят разрешение этой ситуации сами педагоги. Во всех случаях решение по штатному обучению принимается совместно с главными государственными санитарными врачами соответствующих территорий. На сегодняшний день, согласно данных местных исполнительных органов, на сегодняшний день 24% первых-пятых классов продолжили обучение в штатном формате в дежурных классах. Кроме того, в штатном режиме до 300 учащихся продолжают обучаться 10,3% обучающихся и 260 тысяч учащихся 9-11 выпускных классах, это 7,4%, начали обучение в штатном формате. В целом, из всех учащихся, их в наших школах обучается 3 400 000, из которых 2 миллиона сейчас продолжают обучение в дистанционном формате. Это 58,3% и 41,7% обучаются в штатном формате. Во всех случаях местными исполнительными органами принимаются соответствующие меры по созданию условий санитарной безопасности. В системе технического и профессионального образования в стране функционирует 796 колледжей в этом учебном году. Они преимущественно продолжат обучение так же, как и во втором семестре. Сейчас идут каникулы. Новый семестр, второй, начнется 18 января в колледжах. И студенты первых курсов продолжат обучение в штатном формате, вот, начиная с 18 января. Кроме того, 97 колледжей, расположенных в сельских населенных пунктах, и 15 закрытых колледжей в стране продолжат обучение в штатном формате. На сегодняшний день первокурсников в колледжах 149, чуть более 149 тысяч, они продолжат обучение. На сегодня местные исполнительные органы, сами организации образования готовят учреждения образования, создаются условия для их обучение, создают условия санитарной безопасности. Предполагается, что 70% дисциплин в колледжах будут вестись в штатном формате и 30% дисциплин будут вестись в дистанционном формате. Также определяется самими организациями образования формат, выбор этих предметов.
Кроме того, для студентов, иногородних студентов, создаются условия во всех общежитиях. Сегодня этими вопросами также занимаются местные исполнительные органы, управление образования, организации образования. Нужно сказать, что во всех колледжах на сегодняшний день разработаны для них методические рекомендации по организации учебного процесса со второго семестра, доведены до всех организаций образования, и готовность полная имеется. Рахмет. Спасибо. Следующее слово предоставляется Мирас Мухтарович. Вам, пожалуйста. Құрметті брифинге қатысушылар, еліміздің жоғары оқу орындарында көктемгі семестрге дайындық туралы қысқаша тоқталып өтсем. Қазіргі таңда Қазақстанда 128 жоғары оқу орны жұмыс істейді. Білім алушылардың контингенті 619861 адамды құрайды. Өздеріңізге белгілі, 2020 жылдың 42 айында COVID-19 пандемиясына байланысты жоғары оқу орындарында оқыту қашықтықтан және аралас форматта басталды. Бұл үшін жоғары оқу орындар қажетті цифрлық инфрақұрылыммен жабықтау бойынша жұмыс жүргізді. Ағымдағы жылдың 18 қаңтар мен 15 ақпан аралығында көктемгі семестр басталады. Білім беру сапасын қамтамасыз ету мақсатында қазіргі уақытта біз жоғары оқу орындарында дәстүрлі оқытуға біртіндеп көшу туралы мәселені пысықтап жатырмыз. Қазақстан Республикасының аумағында коронавирустық инфекцияның пайда болуы мен таралуына жол бермеу жөніндегі ведомство аралық комиссияның шешім бойынша бірінші курс студенттерін бейімді мақсатында олар үшін оқу процесі аралас форматта ұйымдастыратын болады. Яғни дәрестер онлайн форматта, ал семинарлар қолданбалы сипаттағы зертханалық және практикалық сабақтар күндізгі форматта өтеді. Таким образом, уважаемые участники брифинга, уважаемые студенты, родители, журналисты, в соответствии с решением Межведомственной комиссии по противодействию коронавирусной инфекции, в весеннем семестре данного учебного года, начиная с 18 января, начнется обучение для студентов первого курса преимущества в традиционном формате. То есть речь идет о том, что лекции будут проводиться в онлайн формате, при этом семинарные занятия, практические занятия, лабораторные будут проходить в очном формате. При этом я бы хотел обратить внимание на то, что для студентов второго, третьего и четвертого курсов обучение останется в прежнем формате, то есть тот формат, по которому студенты обучались этих курсов второго, третьего и четвертого курса в осеннем семестре, для них в весеннем семестре формат обучения останется прежним. При этом я хотел бы обратить внимание также о том, что студентов первого курса на сегодня насчитывается 150 тысяч человек. Это вот те студенты, которые будут переходить на вот такой формат, смешанный формат обучения, преимущественно офлайн формат. Но для других направлений подготовки также останется также тот формат, который был в осеннем семестре. При этом я бы хотел отметить, что вузы готовы к приему студентов в данном формате. В настоящее время в вузах установлены уже соответствующий санитарно-эпидемиологический режим. В аудиториях наполняемость студентов будет не больше 40%. При этом будет предусмотрен скользящий график перемен для того, чтобы студенты, которые обучаются в разных группах, не могли на переменах с друг другом встречаться. Социальная дистанция в аудиториях также предусмотрена, не менее двух метров между сидящими за соседней партой. Также в лабораториях на одного студента будет предусмотрено 5 квадратных метров. При этом в соответствии с установленным решением вузы пересмотрели уже регламент обеспечения санитарно-эпидемического режима на территории вуза и, соответственно, принимают соответствующие меры. Что касается в общежитии, то также вузы будут принимать студентов в общежитиях, но при этом с 50% наполняемостью в общежитиях. Хотел бы отметить о том, что вузы проводят данную работу уже на протяжении месяца. То есть сегодня студенты находятся на каникулах, но вузы готовы к приему студентов, особенно студентов первого курса, для начала обучения в таком же формате. При этом очень важный момент – то, что вузы в целом ориентированы на то, чтобы дальше усиливать качество обучения. И если говорить о студентах первого курса, то, конечно, я думаю, что для них переход на такую форму обучения будет способствовать более качественному получению знаний.
при этом студенты, магистранты и докторанты продолжат обучение также в том формате, в котором они обучались ранее. В целом мы принимаем меры для того, чтобы осуществить постепенный переход к традиционному формату обучения в зависимости от санитарно-эпидемиологического режима. Рахмет. Мирас Мухтарович, благодарю вас за предоставленную информацию. Уважаемые коллеги, мы переходим к сессии вопрос-ответ. Первым свой вопрос направил Асылбек Данияр, Астана телеарнасы. Бірінші қыркүйектен бері қанша мұғалімнен коронавирус инфекциясы анықталды? Бұл сұрақты жүргізу білім және ғылым министрлігінің құзыретінде кірмейді, сондықтан бұл статистика денсаулық сақтау министрлігінің құзыретінде. Рахмет, Асылбек Даниярдың екінші сұрағы. Қазіргі уақытта қанша мектеп карантинге жабылды? Егерде елде эпидемиологиялық жағдай қиындаса, білім министрлігінің әрекеті қандай болмақ? Білім және ғылым министрлігі біріншіден денсаулық сақтау министрлігімен бірге оқу жылының бастан бері тиісті жұмыстарды жүргізіп келе жатады. Әр жағдайда шешімдер қабылдау қажет сұрақтар бойынша мәселелердің барлығы мына үкімет жанындағы ведомство аралық кеңес отырысына шығарылатын болады, және тиісті шешімдер қабылданып, әр жағдайда жергілікті бас санитарлық дәрігерлермен бірге тиісті шешімдер қабылдануы жөнінде шешімдер оқу жылының басынан бері бекітілген осы тәртіппен жұмысты жалғастыратын боламыз. Жауабыңызға рахмет. Рабиға Нұрбай пишет, что с начала четверти родителям сообщают, что те ученики, которые приехали из других городов после каникул, должны отправляться на двухнедельный карантин. И спрашивают, как будут проверять, были ли в другом городе. Честно говоря, таких требований нет. Мы руководствуемся санитарными требованиями, которые утверждены приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа этого года, текущего года. Таких требований на сегодняшний день нет. Спасибо, құрметті спикерлер. Дәл қазір бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бізбен бейне байланыста. Алғаш болып өз сұрақтарын Асан Анарбайұлы Қазақ Таймс редакциясынан қояды. Асан, қайырлы күн, сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Қайырлы күн. Біз сізді тыңдап тұрмыз. Бірінші сауал министрлік өкілдіктеріне. Сіздер коронавирусқа шалдыққан мұғалімдердің, педагогтердің есебін жүргізбейміз дейсіздер. Бірақ біз сіздерге 90 айының соңында сайлау процесіне жұмылдырылып жатырған сайлау учаскелеріндегі педагогтардың санын сұраққанда да сіздердің баспасөз хатшысы Гаухар Омарбек басын алып қашқан. Неліктен ведомствоаралық деңгейде жұмыс істейтін Қазақстан үкіметінің дәл білім министрлігі дәл осы өте өзекті мәселелер бойынша жанама есеп жүргізбейді? Ведомстволардан сұратып беру соншалықты қиын ба, немесе ақпараттық жұмыс жолға қойылмағанын көрінісі ме бұл? Неліктен сайлауға қатысқан педагогтардың саны нақты берілген жоқ? Біздің редакцияның сауалына. Мен жауап берейін бұл сұраққа. Жалпы сайлау мәселесіне қатысты. Әр мемлекеттік органның өзіне тиісті құзыреттілігі бар. Білім және ғылым министрлігінің құзыретіне сайлаудың мәселелерін сұрақтарын қарастыру құзыреті берілмеген. Сондықтан әрине де білім және ғылым министрлігі бұндай жұмысты жүргізбейді. Бірақ сіздің айтқыңыз келіп отырған мәселе мұғалім педагог мәртебесі заң қабылданды. Иә, педагог мәртебесі заңының аясында мұғалімдерді тиісті емес жұмыстарға тарту қарастырылмайды. Бұл бойынша фактілер бар болатын болса, біздің министрліктің жергілікті орган, жергілікті жерлерде орналасқан департаменттеріміз бар. Бұлар сапаны қамтамасыз ету департаменттер, бұл мәселені түбегейлі қарастырып отырады. Егерде мұғалімдердің тарапынан ондай сұрақтар келіп түскен жағдай болатын болса, оларға тиісті шаралар қолданатын болады. Ал сайлау жұмыстарына қатысу ол әр кімнің өзінің азаматтық шешімі. Нақтылау сауалы, демек, министрлік үшін педагогтардың қаншасы демалыс күні сайлау комиссия учаскелерінде жұмыс тануы қызық емес болғаны ғой? Сұраққа мен жауап бердім деп есептеймін жоғарыда. Рахмет. Жақсы. Келесі сұрағымыз. Екінші сауал. Біз 90 біз 90 айының басында министр Асхат Аймағамбетовтің атына даулы мәселе Шымкент қаласындағы 125 мектеп мәселесін жай жапсарын сұрап министрліктің ұстанымын
білу үшін сұрау хат жолдадық. Бірақ министрдің орнына бізге Шолпан Каримова өзіңіз жауап бердіңіз, бірақ сіздің жауабыңыз жергілікті басқарманың Айгүл Текебаеваның берген жауабының копипасты болды. Неліктен жоғары орталықтандырылған аппарат ретінде министрлік қолымызда екі ведомствоның хаты тұр, бірақ екеуі бір-бірін көшірмесін. Өзіңіз айтып отырсыз, тиісті жауап білім және ғылым министрлігінен берілді. Мен тағы да қайталап айтамын, әрбір мемлекеттік органның өз құзыреті бар. Бүгінгі күні заң бойынша барлық мектептер өңірлерде орналасқан, олар жергілікті әкімдіктерден қарауында. Сондықтан тиісті шаралар қабылдау, сұрақтарды, мәселелерді көтеру, оларды шешіп соңына жеткізу мәселелері бұл осы органдардың құзыретінде. Сондықтан жауап сізге дұрыс берілді. Рахмет. Толықтырайын Шолпан Танатына. 125-ші мектеп бойынша мәселе министрліктің бақылауында. Сондықтан тексеріс нәтижесі бойынша мектепке кемшіліктерді жою үшін уақыт берілді. Уақыт біткен соң қайтадан тексеріс жүргізіледі. Жауаптарыңызға рахмет. Асан, нақтылайтын сұрағыңыз бар ма? Нақтылау сауалы. Иә. 125-ші мектептің арызданушы ұжымы білім бөлімінің басқарманың жүргізген зерделеу жұмыстарын. Асан, байланыстасыз ба? Асан Мырза? Рахмет, келесі сұраққа көшейін. Марат Башимов, Человек и закон, готов задать свои вопросы. Марат, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот вопрос по среднему образованию. Дело в том, что вот я сегодня ходил в школу, спору нет, там санитайзер и все остальное. Вот почему из этих предметов ввели физкультуру? Вот у меня логика никак не укладывается. Там, во-первых, на севере и даже в столице у нас холодно. Люди ходят в... Ну, тепло и теплее одеваются. Сейчас опять морозы пойдут. Их гоняют, заставляют переодеваться. Потом за эти 45 минут там ничего не успевают обратно. Надо просто исключить от физкультуры. Не нужна она сейчас. При всем своем же желании. Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот сейчас казахско-вечный вопрос был, то я там не понял. Если обнаружили коронавирус в школе, то какова алгоритм действий? Потому что, я так понял, нужно обращаться МВК при правительстве. Тот решает, извините, а что, решения МВК сейчас нету по этому вопросу? Потому что, я понимаю, там один человек заболел, изолировали. А если больше заболели и будут ждать, пока решение МВК примет? Вот эти два вопроса просьба прояснить. А по высшему образованию, как Мирас Мухтарович, у меня нету. Что касается предмета физическая культура и спорт. В первую очередь, это предмет, который входит в инвариантную часть, то есть в обязательную часть учебной нагрузки детей. Это первое. Второе, наверное, немногие согласятся с вами, что физкультура не нужна. И сейчас, тем более, когда речь идет о сохранении, о безопасности здоровья наших детей, наверное, физкультура нужна в первую очередь. При этом я в своем выступлении также отмечала, что каждая школа самостоятельно в выборе предмета, которые должны обучаться в штатном режиме. При этом для того, чтобы быть в физической форме, для того, чтобы сохранить и здоровье, вести здоровый образ жизни, уроки физкультуры, я думаю, что я не ошибаюсь, и многие со мной согласятся, очень необходимы именно в этот период. Спасибо. Марат Советович, есть ли еще вопросы? Во-первых, на второй вопрос не ответили, да, как там с коронавирусом. А во-вторых, вот знаете что, вот уже устали мы сказки слушать это. Вот я со школы пришел, сидят в дубленках, они имеются в верхней одежде. И потом идут, переодеваются, идут в зал, огромный этот самый холодный зал. И там они начинают там 30 минут, там что-то там надышали, что-то такое, там, да, и обратно забежали. Вот не надо на весь Казахстан такие вещи рассказывать. И никто не против здоровья, наоборот сейчас. Именно я повторил, в северных регионах нужно сохранить здоровье. Вы за 30 минут там не восстановите это никакое здоровье. И вот поэтому я хотел вопрос услышать. Если вопрос стоит о том, чтобы меньше передвигались, меньше того, чтобы они сидели, там 70% отчитали, физкультуру они могут сделать и дистанционно дома. Работе, родители позаботятся об этом. Вот о чем речь. И второй, пусть ответит на вопрос, если обнаружили в школе коронавирус, допустим, как алгоритм действий. Вот это я не услышал. Относительно занятий физической культуры, спортом, я уже высказала нашу позицию. В целом,
Мы считаем, что правильно. Это вы уже ответили. Ваша ведется в объеме 3 часов в организациях образования. Теперь по ситуации, если возникают случаи коронавируса среди учащихся, то весь этот механизм, алгоритм был разработан еще до начала учебного года, в августе месяце. Весь этот алгоритм действий предусмотрен в санитарных требованиях. Также методические рекомендации, которые доведены были до начала учебного года, содержат все нормы, как нужно переходить в штатный режим, как нужно переходить дистанционный. Все это уже в наших документах есть. И школы, и другие организации образования все эти документы у себя имеют. И согласно этого алгоритма на сегодняшний день действуют. Поэтому они обеспечены. Спасибо. Рахметский, все, вопросов нету. Спасибо. Главой государства подписаны законы, которым внесены изменения и дополнения в законодательство по вопросам образования. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Да, я отвечу на этот вопрос. Подписан закон президентом, согласно которых внесены изменения в законодательство по вопросам образования. В первую очередь, самая важная норма – это внедрение государственного образовательного заказа в дополнительном образовании. Что такое дополнительное образование? Это мягкие навыки наших детей, это посещение секций, кружков, развивающих центров, дворцов и так далее. Благодаря этой норме, без существенных затрат для страны, для бюджета, на нашей организации образования увеличат охват наших школьников дополнительным образованием, и это существенно отразится на их, конечно, навыках, компетенциях для того, чтобы быть функционально грамотными в жизни. Кроме того, очень долго обсуждалась норма, и до сих пор обсуждалась, это проведение государственной аттестации. Государственная аттестация, согласно новым поправкам, возвращается в дошкольные организации, в школы и в колледжи. Это форма государственного контроля. Один раз в 5 лет эти организации образования будут проходить государственную аттестацию. Предполагается, что будет проводиться срезы знаний, опрос родителей, анкетирование, изучение материально-технической базы. В общем, все то, что создает условия для получения качественного образования. И самое главное, что государственные, другими словами, вносимые изменения в типовые учебные программы и планы обязательно сначала пройдут апробацию в определенных организациях образования. Только после того, как будут проверены на жизнеспособность, на то, чтобы педагоги высказали свое мнение относительно тех или иных изменений, только после этого они будут внедряться в основной учебный процесс. Для дальнейшего улучшения качества учебников устанавливается единообразие при разработке учебных материалов. Кроме того, будут разработаны требования к содержанию и структуре учебников. Это также будет следующим шагом на пути улучшения качества школьных учебников. Кроме того, определена в законе компетенция местных исполнительных органов по утверждению перечня предметов и веществ, которые запрещается вносить и использовать в организациях образования. Хочу отметить, что распространяется в социальных сетях информация о том, что в школах будут запрещаться телефоны. Это не соответствует действительности. На сегодняшний день эта норма также сохраняется, как она и была раньше. При этом школа, согласно своего устава, совместно со своим попечительским советом, родительскими комитетами, могут принять решение по ограничению использования. Это было и до этого. Таких поправок на сегодняшний день нет. Хотела бы прояснить и этот момент. Кроме того, в законе появилась новая норма по дистанционному обучению. С прошлого года, с 4-й четверти в организациях образования внедряется дистанционное обучение. Это необходимость. Могут разрабатывать учебные планы совместно, и в нужные необходимые сроки будут иметь право выпускать для экономики страны, регионов нужные кадры. Кроме того, колледжам предоставлено право реализовывать продукции на собственных производствах, которые выращиваются и изготавливаются, предоставлять определенные платные услуги для соответствующим образом их оформить. Такие самые основные поправки, которые сейчас введены и будут вводиться в организациях образования. Спасибо. Спасибо. Анастасия Маркова, Курсив, направила 2 вопроса. Есть ли данные о том, сколько учеников изъявило желание посещать индивидуальные консультации и сколько учителей согласилось проводить такие занятия? Доставлено право школам приглашать детей по группам по 5 человек для того, чтобы восполнять знания. Где-то по материалам, если есть отставание,
то учитель, предметник, исходя из этой конкретной необходимости, может приглашать на эти индивидуальные консультации детей. Поэтому мониторить этот вопрос мы не будем. Это исключительно право. Они будут продолжаться. Продолжительность в течение одного дня также определяется самим педагогом, но и продолжительность в целом в течение какого периода будет, также будет определяться самим педагогом. Я хочу перед журналистом сказать и всем вот обозначить тот момент, что в принципе такая работа всегда велась педагогами и в обычном режиме. Наверное, все своих учителей помнят, когда после урока учителя оставляли некоторых отдельных учащихся для того, чтобы еще раз объяснить новый учебный материал, возможно, для того, чтобы закрепить определенную тему. Иногда. Спасибо. Спасибо. Прямо сейчас с нами на связи Диана Кумаганбетова, Информбюро. Диана, здравствуйте. Добрый день. Меня слышно? Да, вас слышно. Пожалуйста, ваши вопросы. В первую очередь хотелось бы попросить подключить снова коллегу Культегу Наспанулу. У него проблемы с интернетом возникли, и он бы хотел бы еще уточнить. В школах вы сказали, что ничего подобного не будет, но однако в Legal Acts сайте ИГОВ приказ министра вчера был размещен, где говорится об ограничениях смартфонов, там, в том числе наушников, и беспроводных наушников, смарт-часов, ноутбуков и айпэдов. Хотелось бы уточнить, что значит ограничение? Это означает, что во время уроков пользоваться нельзя, во время перемен можно пользоваться, либо же, допустим, либо же, если школа запретит в наушниках приходить детям, то законно ли такой запрет, будет ли законным? Речь идет о приказе, который вывешен для общественного обсуждения. Я так думаю, что коллеги понимают, что такие проекты приказов всегда вывешиваются для того, чтобы мы услышали, увидели мнение общественности, мнение коллег, наших педагогов. Поэтому после того, как снимем этот приказ с обсуждения, обязательно будут вноситься определенные коррективы с учетом мнений и предложений, которые поступают на общественный портал. Такая работа ведется не только с этим приказом, со всеми другими, со всеми приказами, которые издает Министерство образования и науки Республики Казахстан. Что касается ограничений, в целом вопросы ограничения использования телефонов обсуждаются не один день, и не только нашей страной. В целом разные мнения присутствуют, при этом мы также будем еще изучать этот вопрос для того, чтобы принять окончательное решение. На сегодняшний день, согласно уставам организации образования, любая организация образования для себя совместно со своим родительским комитетом, попечительскими советами может принять решение, как использовать сотовый телефон. Ясно. А второй вопрос по поводу прошедших выборов. В нашу редакцию поступили жалобы от учителей о том, что учителей заставляли контролировать, чтобы родители шли на выборы и проголосовали. То есть хотелось бы в связи с этим уточнить, вот министр постоянно говорит о том, что учителей освободили от непедагогической работы, что учителей запрещено привлекать к каким-то вот подобного рода мероприятиям, но на деле получается все наоборот. И хотелось бы в связи с этим узнать, министерство планирует ли как-то разрешать все-таки этот вопрос на деле, а не на словах только? Я выше уже говорила, комментировала, что вопросы выборов не относятся к компетенции Министерства образования и науки Республики Казахстан, поэтому комментировать этот вопрос не буду. При этом хочу сказать, что если есть у педагогов жалобы, то педагоги знают, что на сегодняшний день есть орган, департамент по обеспечению качества в сфере образования во всех областных центрах они находятся. Все жалобы принимаются, соответствующие решения по ним принимаются. Спасибо. Ну, то есть все-таки хотелось бы уточнить, все-таки министерство планирует каким-то образом хотя бы защищать интересы педагогов, потому что министр, получается, давайте всегда на выступлении говорит о том, что нельзя их привлекать, но тем не менее, допустим, Восточная область. Да-да, я услышала ваш вопрос, спасибо. Вы знаете, если у вас есть конкретные факты, вот какой регион, какая школа, заявитель, пожалуйста, каждая из педагога, да, было очень много обращений, но среди этих обращений по 66 обращениям заявителей были возбуждены административные дела, и каждый факт привлечения педагога к несвойственным функциям был рассмотрен.
Это и были руководители школ, руководители отделов образования, да? Это даже родители и даже сами педагоги были привлечены к административной ответственности. Закона о статусе педагога и недопущение привлечения педагога к несвойственным функциям, они работают. Действительно, все территориальные департаменты на местах, они рассматривают каждое обращение. Все кулл-центры работают, чаты работают, доступны. Пожалуйста, в любое время ни одно не останется без рассмотрения. Спасибо за ответ. Камила Тастанбека, вас, Хабар 24, спрашивает, как часто в школах должны проводить дезинфекцию после занятий и предусмотрено ли для этого выделение дополнительных средств? Как нужно проводить дезинфекционные мероприятия, есть. Это предусмотрено санитарными требованиями. Еще раз говорю, что все организации имеют образование, доступ ко всем нормативным документам. В первую очередь все ознакомительные семинары, как в каких случаях поступать, нами доводились до всех организаций образования. Конечно, дополнительные средства для того, чтобы обеспечивать необходимыми санитарными средствами, необходимо. Поэтому местные исполнительные органы этим вопросом занимаются, и соответствующее финансирование на это выделено. Что касается дезинфекции, согласно санитарных требований, работает при правительстве, Министерством здравоохранения данный вопрос выносился. Сейчас обсуждение этого вопроса в целом идет. В каждом конкретном случае, исходя из санитарных условий каждого региона, будут приниматься решения. В целом по ним решение положительное принято, но каждый случай будет рассматриваться отдельно. Спасибо. Благодарю. С нами на связи Айгерим Муздыбаева, Первый канал Евразия. Айгерим, здравствуйте. Жапсарын түсіндіріп беріңізші дейді. Әлеуметтік желіде Рауан Кенжехан ведомствоның үстінен сотқа шағымданатын айтты. Ұйыммен арадағы келісім шартты бұзып, істелген жұмыстың ақшасын толық өтеуден бас тартуларыңызға нақты не себеп болды? Рахмет, саламатсыздар ма, құрметті журналистер. Жалпы бұл жобадегі бар әлемдік баспалардан шыққан оқулықтармен қамтамасыз ету сол қарастырылған. Жалпы бұл жобаның аясында 100 оқулық аударылып, іске жоғары оқу орнына таратылған болатын. Жақында өткен тиісті тексерудің жүргізу барысында министрлік пен қор арасында жасалған шартта техникалық сипаттағы белгілі бір сәйкессіздіктер анықталды. Болып тұратын фактілер, себебі егер белгілі бір сәйкессіздіктер болса, міндетті түрде біз сотқа жүгінетін боламыз. Осы жалпы осы сотқа біз жүгініп отырмыз. Қор тарапынан сотқа да олар да жүгініп отыр, бізде осының шешімі болған соң міндетті түрде өзінің осы шарттың міндеттерін орындауға біз дайынбыз. Можно я дополню, да, ответ на вопрос? Вот, ну, на самом деле Министерство образования – процесс, когда в дальнейшем какие-то нюансы выясняются уже в суде и разрешается спор о суде на порядке. Поскольку именно в суде на порядке уже ставится окончательная точка по многим вопросам. Здесь я хотел бы подчеркнуть о том, что по данному проекту, конечно, договор имеется, но в то же время есть определенные вопросы, была проведена проверка, и вот в связи с этими вопросами в настоящее время в судебном порядке в правовом поле исключительно данный вопрос будет решаться. Поэтому да, по данному вопросу суд поставит окончательную точку. Спасибо. Спасибо, Эльдар Нуруллин, «Экспресс-К». Скоро исполнится год, как вузы и колледжи Казахстана работают дистанционно. Почему при этом оплата за обучение не снижается? Можно я тоже отвечу на данный вопрос? На самом деле мы ранее такой вопрос тоже перед нами ставился. Здесь хотел бы обратить внимание на что. Дело в том, что при переходе и вузов, и колледжей на дистанционный формат обучения расходы этих организаций образования на самом деле выросли. Почему? Потому что необходимо было обеспечивать качественный контент, да, цифровой контент. Необходимо было, естественно, оплачивать содержание цифровых образовательных платформ. Необходимо было также готовить новые подходы к формату преподавания. При этом, при всем, я бы хотел отметить, что если говорить по вузам, то вузы закупали также и расширяли серверные мощности свои, да, каналы связи, в том числе интернет, узко делали интернет более скоростным. И, к примеру, Евразийский национальный университет только для обеспечения учебных
по времени не сокращены, то есть они продолжаются в таком же временном отрезке, поэтому преподаватели должны получать зарплату. Что касается инфраструктуры, то та инфраструктура, которая у вузов, в колледже имеется, она в аренду кому-то не сдавалась, то есть, соответственно, образом ее необходимо было содержать. И, соответственно, все эти расходы, по сути, повлияли на то, что сохранилась стоимость обучения. При этом Министерство образования в самом начале, еще до начала учебного года, было направлено министром обращение в адрес, например, руководителей тех же вузов о том, чтобы не повышать стоимость обучения. И вузы не повышали стоимость обучения, хотя их расходы на самом деле росли. При этом я вот в своем выступлении в самом начале сказал, что начиная с весеннего семестра студенты первого курса переходят преимущественно на такой формат очного традиционного обучения, да, за исключением лекций, которые будут проходить только в онлайн-формате. Все остальные занятия будут проходить в офлайн-формате. Поэтому здесь сейчас уже, конечно, смысла говорить о снижении стоимости обучения, наверное, нет. Спасибо. Спасибо, Мирас Мухтарович. И последний вопрос от Оксаны Скибана, закон КИЗЭТ. Дети младших классов, которые на дистанционке не ходят в школу, между тем на них должно выделяться подушевое финансирование, предназначенное на питание. В России, к примеру, этот вопрос решили. Начали выдавать сухой паёк. Что с деньгами на подушевое финансирование стало у нас? Куда они делись? Спасибо за вопрос. В первую очередь нужно сказать, что по душевому финансированию предусмотренных средств на питание нет. У нас в стране, значит, согласно правил, питанием бесплатно обеспечиваются определенные категории учащихся. Это, в первую очередь, дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, и по заявлениям родителей. Поэтому средства на то, чтобы предусматривать в рамках подушевого финансирования, их не было предусмотрено, поэтому они как бы направляются в нужном направлении для финансирования организации образования. Спасибо. Благодарю, құрметті спикерлер, осымен баспасөз мәслихатымызды тамамдауға рұқсат етіңіздер. Құрметті әріптестер, осымен тікелей эфирді тамамдаймыз. Эфирде келесі жүздескенше.